Арсений селезнёс зверобой. Значит, только что цыплята прыгали, скакали. Посмотрим, будет ли это происходить еще. Они так любят подлетать, подпрыгивать. Довольно-таки неприятно сидеть все время в клетке, находиться в замкнутом пространстве, где видно или клюв, или хвост своего соседа. Держатся они довольно кучно. Бывает, забывают, вот как этот. Таким надо просто напоминать. Вот таким вот постукиванием или таким постукиванием. Если, конечно, не помогает, то можно немножко достать. Вот он стоит, чухается. Что ты тут чухаешься? Иди ко всем. Вот я так постепенно оттесняю. О. Чухаться любят они. Перья чистить. Вот так все куры любят горки. Неизвестно почему, но любят. И таким образом, если есть у вас горки, значит, там будут собираться куры. Может быть, потому что с них легче взлетать, может, потому что с них дальше видно и выше видно. Может быть, все вместе. Командир становится сверху, ну и так далее. Хотя обычно по-разному бывает. Если петух сверху не становится, может стоять курица любая. Или вот как цыплята. Тут главного командира нет пока. Все в таких более-менее равных условиях. Вот, кто-то начал чухаться, и все уже чистят перья. Арсений селезнёс зверобой. Это цыплята гуляют поздно вечером. Сумерки у нас продлеваются. Смотрите обновления, подписывайтесь на канал. Пока!